Сегодня сотрудники внутренних дел России почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих. 8 ноября – скорбная дата по всей стране. Мы вместе с вами. Мы никогда не забудем наших друзей. И пока мы их будем помнить, они будут жить вечно. Панихида по погибшим сотрудникам прошла и на мемориале памяти Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Здесь увековечены имена более 500 военнослужащих. На митинг пришли не только коллеги, но и курсанты юридического института, священнослужители, а также родные и близкие погибших. Они возложили цветы и почтили память военнослужащих минутой молчания.